два, один! Открываем наш живой сундук! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе! И да, мы дождались нового обновления! И прямо сейчас на твоей башке есть новые фрагменты, которые мы прямо сегодня скрафтим! Я не верю моим глазам! Также, помимо этого, прямо сейчас по-быстрому, без байтов, я просто хочу взять и купить этот долбанный БП! Обалдеть, сколько он стоит! 2400, что за обдираловка? Ну, я прям сейчас куплю! Ха-ха! Я купил БП! Я не верю моим глазам! Ничего себе! Сколько всего я получил! Какая же это имба! Я не верю моим глазам, ребята! Так, ну что же, давайте смотреть все по порядку! Мне выпала куча разных стикерпаков, но самое крутое, что тут есть, это, ребята, ножевой касик! Ножевой! Просто вдумайтесь в это, как же это круто! Так, но перед этим я хочу проверить фрагменты, фрагменты, фрагменты! Я хочу проверить фрагменты, как ими пользоваться! Так, ребят, нажимаю создать скин, и создаем, да? 3, 2, 1, и... Обалдеть! Это создание фрагмента! Я просто в шоке! Я такое даже не мог представить! И мне выпал MP7 Fright! Вы что, на приколе? Я на эти фрагменты потратил кучу-кучу денег! Так, ребят, но самое-самое главное, посмотрите, как прикольно сделали голдпасик! Теперь нам не сразу попадают скины, нам выпадают ящики, мы их открываем! И с этих ящиков мы уже получаем какой-то дроп! Давайте откроем первым делом чарпак! Обалдеть, как же это круто! Я просто не верю моим глазам, ребята, какая это имба. Так, теперь давайте откроем вот этот япон сундук. И что же мне выпадает, как вы думаете? Ну, блин, я же не люблю М40, я же не обомин-то ядрить килодинева за ногу. Ребята, как непривычно во все это играть, вы даже не представляете! Ну, самое-самое крутое, это открыть ножевой кастик и сделать крафт из этих фрагментов. Так, ну что, давайте максимально быстро открываем все эти кастики. И после этого, ребята, открываем ножевой! Ножевой! Я же не верю, мне ж плохо. Так, нам выпал первый эпик. К сожалению, не легендарка, но я думаю, легендарка тоже сейчас будет, ребята. Поверьте вы мне, я верю то, что сейчас нам повезет. Так, М40, спасибо большое. Я хочу открыть ножевой. Ну, ножевой, ребятки, я специально открою немножечко попозже. Потом прожмите лайкусик, если хотите тоже получить БП на халяву от меня. Я реально, ну, не пожалею для моих любимых подписчиков, подберем на халяву БП. Так, ну что, открываем все максимально-максимально быстро. Ребята, у меня же еще есть фрагмент боксы. Обалдеть. Давайте фрагменты подкроем. Фрагменты, это будет гораздо интереснее. Где фрагменты? Где фрагменты? Я не верю моим глазам! Мне еще дали фрагмент боксы! Ха-ха! Давайте мы их откроем, посмотрим, что мне выпадет! Дабл Неймлес! Обалдеть! Ну, анкомонка, это, ребят, самые-самые лажовые фрагменты! Открываем очередной фрагмент бокс и... Аркана! Как же это было жестко! Давай, давай, давай! Дай Аркану, дай Аркану, дай Аркану, дай Аркану! Но, блин, ну только не выйдешь опять анкомонка. О, ну хотя бы рарка уже хорошо. Я просто не верю моим глазам то, что это все в стендофе. Это обновление изменить стендов на до и после. Как же это круто! Ребята, я просто хочу сейчас все-все максимально быстро открыть без байтов. И потом сделать крафты этих фрагментов. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это да, я не верю моим глазам, ребята, что происходит, вы просто посмотрите на все это. Ну, разработчики, впервые в истории человечества вы сделали нормальное обновление. О, легендарка, имба, мне выплыли, а прикиньте, как же это круто. Так, открываем дальше, чармпак и... Мне выпадает какой-то долбанный чарм-коктейль. Отстаньте мы с вашим коктейлем. Не хочу коктейль, не люблю коктейль. Открываю очередной фрагмент бокс. И мне выпадает... Неужто легендарка? Неужто легендарка? Конечно, легендарка. Открываем, 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 ребята. И... Да вы на приколе, что тут одни откомодки-то падают? Что за кидалово? О, давайте откроем стикерпак. Я еще ни разу не открывал стикерпак. А что выпадет из него? О, уже эпик и имба! Как же это круто, ребята! Так, мы почти уже дооткрывали все эти Виапон сундуки.
И у нас остается самое интересное. Это фрагмент эти боксы. И после этого мы откроем наш живой кастик. Наш живой. Я не верю моим глазам. Так, все, ребятки, открываем фрагмент боксы. Опять? Да тут какая-то подкрутка на комонку. А вдруг мне выпадет Немлость? А вдруг я выбью Немлость прямо сейчас? Просто представьте. Рарка, рарка, рарка. Ну я хочу Немлость, хочу Немлость. Давай, давай, давай! Опять анкомонка, ну ядрит колотит его заново! Арка, на, прошу, прошу, прошу! А-а-а! Почти это было прям на грани! Открываем и... Ну почему всегда вот слева находятся арканы? Ну что это за кидалом, ребята? Как же переживаю, сердечко бьется, я волнуюсь! Открываем! То есть мне, ну вы сейчас серьезно, да? Выпал этот долбанный фрагмент опять анкомонка? То что-то кроме анкомонок-то есть или нет в конце-то концов, ребята, кто шарит? Попахнет каким-то кидаловым. И... Да опять? Опять анкомонка? Вы совесть имеете, люди добрые? Давайте, не знаю, ребята, ради разнообразия откроем вот этот чарм-пак. Ну может хотя бы тут выпадет что-то человеческое. О, аркану можно? Ай, блин, рарку дали. Давай, давай, давай! Да! Дай легендарку, дай легендарку! Нет! Эх, ребята, какая боль, какая боль. Ну а прямо сейчас, ребята, хочу нажать кнопку повысить редкость. Я не знаю, что это такое. Повышаем и... И что я получаю? А-а-а, я получаю один... Один легендарный! Слушай, прикольно! Обалдеть! Вы сейчас серьезно? Вы серьезно? Какая же это имба! Ребята! Я просто не верю моим глазам, что происходит! Мама дорогая! Обалдеть, у меня уже 16 легендарных фрагментов. О, ничего не дешевое. Так давайте мы еще купим и сделаем крафт. Такс, купил, все купил. А теперь погнали делать крафт. Нажимаю создать скин и... И чем не выпадет, как думаете? МП7 лич! А нельзя было нормальный дроп положить в эти фрагменты? Вы знаете, сколько он их потратил? Просто сейчас не стоит по 70 голдишки. Я их покупал по 500, я не шучу. Потому что как только вышла бомба, сразу начал покупать по фулл прайсу. И... Мне выпадает, ребята, Делорочи! Спасибо большое, но ну, как-то, как будто меня кинули, такое ощущение. Братва, срочно новость! На болдроп приплыл Мегалодон, и ты можешь помочь с ним справиться и при этом заработать себе голдишки и скинов. Ты делаешь пополняшку, получаешь энергию и колотишь этого нючего Мегалодона, и за это ты получаешь бесплатно топовые скины. Все нужные ссылочки находятся снизу, а сверху над башкой есть два секретных слова. Первый это на халявную энергию, а второй на бесплатный сундучок. Так, ну что, мужики, погнали дальше открывать скирпак. Я не знаю, тут так много всего нового, я хочу просто все по чуть-чуть потыкать. О, легендарка, имба! Ура, хоть раз что-то стоящее. Открываем дальше скирпак. Блин, самое обидное, что мне аркана не падала. Только сказал, что аркана не падала, и я думал, что она прямо сейчас упадет. Но все равно очень даже неплохо. Уважаемые разработчики, я вас люблю. Сердечко вам, вы тупо лучшие. Обалдеть, вот это, конечно, обнова, я понимаю. Блин, так непривычно, что нет кнопки назад. Я привык, что когда ты открыл какой-то сундук, снизу слева есть кнопка назад. А тут ее нет. Она теперь находится только, смотри, только сверху справа. Все, теперь, чтобы закрыть, надо нажимать сверху справа. Обалдеть, как же это все круто. Так, давайте еще один фрагмент бокса откроем. Чего? Чего, чего? Мне интересно, тут статреки падают или нет, как думаете? Статреки-то тут есть или нет, ребята, леди и джентльмены? Кто хочет бесплатный БП, прямо в эту секунду прожмите лайк и подпишитесь на мой канал. Я найду одного победителя и дам ему бесплатный БП. О, граффити пак легендарный. Вот это уже, ребятки, интересненько. Давайте мы еще один граффити пак откроем. Вот этот фансун, фансан. Импулечка сюда, 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 сюда. И еще одна легендарка, имба! Ну а теперь, ребята, я хочу сделать то, ради чего вы все сюда пришли. Прямо сейчас я открою на живой кастик! На живой! И я не шучу. Ну чё, братва, как вы все меня и просили, открываю! На живой!
Три, два, один! Открываю! Ножевой сундук! Ух, какая же это имба! Посмотрите, на этом не выпали самые красивые тычки-тики! Да! Тики-тики, да! Ух, ребята, как же это круто! Короче, мужики, прямо в эту секунду прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, потому что если вы все это сделаете, я кому-то рандомным образом из вас подарю бесплатный БП! БП плюс уровни. Также подпишись на мой ТГ, ссылочки в описании. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, а я пошел дальше записывать для вас следующее видео. Всем пока!